А в этом видео мы с бабушкой специи приготовим овощное рагу с рисом. Быстро, вкусно, легко разнообразить, изменяя продукты. Разновидность овощного рагу всегда вкусно и просто. Состав рецепта рассчитанный на 4 порции. Капуста белокочанная 200 грамм. Морковь 50 грамм. Лук репчатый 30 грамм. Растительное масло 50 грамм. Помидоры 50 грамм. Рис 100 грамм. Зеленый горошек 40 грамм. Вода 150 миллилитров. Соль по вкусу. Чеснок 1 зубчик. Основной этап приготовления. Подготовьте необходимые продукты по списку. Мелко нарежьте морковь, лук и раздавленную дольку чеснока. Быстро обжарьте в разогретом масле лук и чеснок. Добавьте морковь. Нашинкуйте капусту. Добавьте ее в кастрюлю, перемешайте, потушите до мягкости. Нарежьте помидор. Добавьте в капусту и также потушите. Добавьте промытый рис. Перемешайте, слегка обжаривая. Добавьте воду и варите при медленном помешивании под крышкой. Посолите. Когда рис будет готов, добавьте зеленый горошек. Прогрейте минуты 3-4 под крышкой. Готовый рис подавайте как отдельное блюдо или на гарнир. Попробуйте и вы приготовить овощное рагу с рисом по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!